1 700 000 000 рублей на дороги. В этом году комплексно отремонтируют 17 улиц. В середине апреля масштабные работы начнутся на Лесной, Осипенко, Волжском проспекте, Некрасовской и многих других. Городские артерии преобразятся, заменят бордюрный камень, уложат новое асфальтовое покрытие и приведут в порядок тротуары. Большинство этих улиц расположены на гостевом маршруте. Любая хозяйка, когда ждет гостей, она приводит всегда в порядок туда, куда приедут и идут гости, да? Так же и здесь. Вот мы сегодня в этой части приводим город в его исторической части. Почему вы и заметили, даже улицы, которые на сегодняшний день, вот я назвал Молодогвардейская или Чапаевская, да, которая уходит в сторону Самарского района и доходит до этого, то есть она приводится в порядок, потому что там находятся ОКН, объекты культурного наследия, красивые здания, которые попадают под туристический или гостевой маршрут. Сейчас в Самаре активно идет аварийно-ямочный ремонт. В прошедшую ночь силами 6 бригад работы велись на участках улиц Советской Армии, Максима Горького, Мичурина, проспекта Кирова. Поврежденные участки заливают асфальтобетоном, температура которого 200-220 градусов Цельсия. С 15 февраля этого года таким способом отремонтировали уже 12 тысяч квадратных метров дорог. Завод по производству асфальтобетона заработал раньше обычных сроков. И в настоящее время решается вопрос о переводе предприятия на круглогодичный режим работы. Претензии к гарантийным дорогам, которые были отремонтированы в предыдущих годах, подрядчики должны исправить до 1 июня. Там, где есть гарантийный ремонт, где есть проблемы с гарантийным ремонтом, они тоже выйдут в тот же межремонтный цикл, который, когда с 15 числа и тому подобное, они в полном объеме заменят там, где нужно будет заменить верхний слой, вот мы выйдем на строительный сезон. С наступлением же устойчивой положительной температуры дорожные службы приступят и к карточному ремонту до 100 погонных метров. Такие меры затронут улицы, комплексный ремонт которых планируется только в будущие годы. Без внимания не останутся дворы и внутриквартальные проезды. На эти цели уже выделено 175 миллионов рублей. Марианна Мирная, Сергей Баскин. События.